Привет, друзья! И снова у нас с вами конкурс. Конкурс, наверное, мужской, потому что подарки мужские. И думаю, что приурочу его, наверное, к 23 февраля. Все-таки праздник тоже мужской. Ну, как я его воспринимаю. И какие у нас, собственно, подарки? Это мужские браслеты, ручная работа. Опять же, это мое творение. Браслеты кожаные, с пирографией. На поверхность пирографическим инструментом нанесен рисунок. Рисунок – это древняя славянская символика. Верхний браслет, он чуть пошире, то есть подлиннее, на более полную руку. А нижний, он чуть поменьше, на более тонкую, ну или, в принципе, и так, и так можно. И сейчас я расскажу немножко о символах. Верхний символ – это символ духобор, славянский религиозный символ изначального внутреннего огня жизни, уничтожающего в человеке все хвори, телесные и болезни души и духа. Вот такой вот. Второй символ – это символ Нараяна. Нараяна – это небесная символика, которая означает светлый небесный путь людей, родов, расы великой. В старой родной вере Нараяна не только символизирует духовное развитие человека, это еще и определенный образ жизни верующего, его поведение. Нараяна – это мудрец, известный своими аскетическими подвигами, божественный человек. Вот, в общем, такие два приза будет. Опять же, розыгрыш, конкурс совершенно обычный, условия совершенно простые. Быть подписчиком, поставить лайк и написать комментарий. Там участвую, принимаю участие, мне очень нравится, там, надеюсь, выиграю, подарю мужу или что-нибудь в этом духе. Участвовать, в принципе, может любой, и мужчина, и женщина. Вот. Продлится розыгрыш с сегодняшнего дня и до 12 числа. 12 числа, как обычно, в 6 вечера я определю победителя случайным образом. Победителей будет 2, поскольку 2 браслета. Соответственно, 2 человека будут выбраны случайным образом. Вот. Кожа довольно толстая, то есть они плотные. С обратной стороны такие потертые под старину. И второй тоже такой же. Вот такие браслеты. Участвуйте. Надеюсь, что всем вам повезет. Что еще могу сказать? Желаю всем удачи. Подарки довольно специфические. Но если вы человек верующий или придерживаетесь каких-то древнерусских, древнеславянских традиций, то думаю, что этот подарок придется вам по душе. И мне будет очень приятно это. Подписывайтесь, ставьте лайки и участвуйте. До новых видео!